сама слива белая. У нее есть белые цветочки и такие красно-розовые. Вот, она расцветает первая. Еще даже в конце, в этом году рано, мне кажется. Вот. У нее очень красивые, такие нежные листочки. Там много фотографий есть. Вот, дерево как голое получается, только одни цветочки. Вот. А вот тут вот такое голое дерево. Тут цубомы такие красивые. Пучки начинаются, цветочки. Так, дерево выглядит вот так. Совсем голое. Снимаю после обеда. Солнце ушло. Так вот, голое дерево получается. Совсем. А тут есть розовые уже. Плохо видно. Пойдем дальше. Вот, идем немножко, прошлись дальше. Тут детская площадочка у нас такая. Чистенькая сделана. Очень хорошо. Такие сосны растут у нас красивые. Аллергия от них, наверное. Там пальмочки. Красивое место для деток. Ну, тут что-то я детей особо не вижу. Хотя очень спокойно. Но... Так, вообще-то сегодня я хотела сказать о сливе. Вот она, розовая. Не видно на камере, что она розовая. Так что делают рабочие. Вот она, розовая. Сейчас я подумаю, нога прямо стоит. Вот они розовые. Ой, красивые листочки. Вот она, красота необъяснима. Вот они. Красивые. Розовые, нежные. Вообще бесподобные. Но вот на небо снимается плохо. Не видно. Надо вот так снимать. Немножко белый. Красота. Вот это красота. Это вообще бесплатно. С таким запахом у них есть такой. Сейчас понюхаем. Да, такой хороший запах сливы. Вот такая красота. Разве это не красота? Красота. Те, кто работает на кейсе, на электричке для холостых. Продали землю, сделали такие дома. Выросли как грибы. Наверное, за полгода выросли. Ну, немножко, может, даже больше, но не важно. Вот. Тут идем дальше. Вот такие голые деревья, но очень красиво смотрятся. Голые. Пока тут еще мало. Все тут вычистили чисто. Да, хотела еще показать. Вот интересная машина. Тосла 3. Знаете? Надо перевернуть эту штучку. Ой, Гена. Перевернуть ее. Там написано Латвия. Вот, надо им сказать. У них была одна машина, теперь другая машина такая вот, Toyota, другая, новая. Но вот эту вот салфеточку, они ее так и оставили. С той старой машины на новую перенесли. Я спросила у хозяина машины, водителя, такой уже пожилой дядечка. Он сказал, не знаю, что это и откуда это. Вот так. Не знает он. А я сказала, знаю. Это Латвия. Еще надо посоветовать, чтобы они перевернули. Потому что это обратная сторона. Вот так вот. Кто из Латвии может узнать. Пошли дальше. Вот тут заодно ремонтируют, да? Свет. Что-то делают.
Все провода в Японии сверху. Внизу нет проводов, как у нас проходят. Ну, пошли дальше к слиму. Вот она. Видно, нет? Красиво. Электричка, электричка. Поехала. Как бы между домов. Но тут сильно расцвели. Здесь видно, солнышко как раз попадает. Ой, ты какая красота. Какая красота. Где будет? Не фокусирует. Так. В общем, надо выходить до обеда. До 12. Тогда будет. Сказочные. Вот теперь еще опять электричка. Идет, идет, идет. Кто живет? Кейку Сэм ходит очень тихо. Потому не видно. Не слышно особо и не трясет. Там надо. И вот они красоту. Какую. Это какая красота. Ну что? Неописуемо. Любоваться можно, запах хороший. Ну это вообще. Надо ж такие цветочки. Они какие-то бархатные там, многослойные. Тычиночки эти торчат. Красота. Вот.